Приветствую всех подписчиков моего канала. У нас начался новый каталог, 17-й каталог, крайний каталог 2017 года. И по традиции я показываю свой заказ из текущего каталога. Вот он у нас, такой красивенький каталог. Тебя ждет новогодняя сказка, называется этот каталог. У нас он действует с 11 декабря по 30 декабря. И сегодня поделюсь с вами своим заказом. Ну и, как всегда, да, бессменные мои продукты, которые, независимо какой у нас каталог, я их заказываю всегда, они у меня всегда идут по подписке. Это Wellness Kids витамины, мультивитамины, омега-3 детские в жидком виде, Wellness Pack женский, да, для меня, и Wellness коктейль Nature Balance. У нас шоколадный мы любим, шоколадный любят и мои девочки, доченьки мои, я тоже люблю шоколадный, поэтому вот эти вот продукты, независимо какой каталог, я их всегда заказываю. Wellness Pack и Wellness коктейль у меня идут по подписке Wellness Life Plus, и эти два продукта я покупаю всегда со скидкой 30%. Очень выгодная подписка. При этом баллы у меня всегда сохраняются. По Wellness для деток у меня тоже оформлена подписка. Я их всегда четвертую получаю бесплатно. Ну и баллы они, конечно, не дают. Но тоже очень хорошая подписка. Получать продукты бесплатно — это, я думаю, очень выгодно. Конечно, нам омега хватает на один каталог, всегда там тютелька в тютельку хватает. А вот Wellness мультивитамин не всегда хватает, поэтому в течение каталога мы частенько, бывает, заказываем. Потому что, ну, вроде бы каталог открыла, да, в начале каталога и заказала все, что тебе нужно. Ну, а потом оказывается, там что-то забыла, либо бальзам забыла, либо какой-нибудь кремчик забыла, карандаш забыла, и по-любому в течение каталога еще заказываешь, и в такие вот заказы я обязательно добавляю Wellness, вот такой вот Wellness мультивитамин для деток я всегда заказываю. И частенько мы заказываем еще и коктейль, потому что коктейль нам тоже иногда не хватает. Так, следующая подписка. У меня в этом каталоге много подписок. И следующая подписка — это у нас подписка на Veg. Все наверняка помнят, да, что у меня 4 каталога тому назад была подписка оформлена. То есть я не подписка оформлена, а я показывала свой набор на Veg и коллаген. Я покупала набор, и когда ты покупаешь набор, у тебя автоматически появляется подписка, согласно которой в течение 4 последующих каталогов можно покупать 3 продукта со скидкой 30%. И вот, я их купила, у меня в этом каталоге 4-й каталог, да, то есть истекает срок. У меня как раз самое первое, что всегда у нас заканчивается, это сыворотка. Сыворотка у меня там чуть-чуть осталась, и хорошо, что вовремя я вспомнила про свою подписку. Сыворотка экологен Novage. Второй продукт — это у меня крем, а у меня жирная кожа, да? Крем дневной с легкой текстурой, именно для жирной кожи, и крем вокруг глаз, вот такой вот крем экологен вокруг глаз. Я вот эти 3 продукта заказала себе со скидкой 30%, то есть они у меня по подписке на Veg. Тоже очень выгодная подписка. Ну, подписку вы не оформляете, он просто автоматически у вас появляется, когда вы покупаете целый набор. Именно вот когда набор полностью покупаете, у вас автоматически подписка появляется. Так, это у меня то, что по подписке. Теперь пойдем по продуктам каталога. Когда вы каталог открываете, самым первым всегда у нас всегда идет новинка. И в этом каталоге тоже у нас новинка. Вот такой новогодний набор.
рождественский пирог, он у нас называется. Вот тут написано набор за 800 тенге. В набор в этот именно в эту цену входит мыло и крем для рук. Страничка, кстати, ароматизирована, вы можете услышать запах. И вот эта пена для ванны, она по стоимости, которая не входит в эту цену. Так, вот крем для рук, мыло. Я, конечно, их не стала запечатывать, потому что это у меня подарок, новогодний подарок. И вот для ванны. Ну, запах очень классный, запах суперский, такой нежный, такой новогодний, можно сказать, да? Очень классный наборчик, очень выгодно, тем более. Вот эта пенка у нас 850 стоит в каталоге, но не забываем наш дисконт 20%, который есть. И вот этот набор у нас написано 800. Ну, тоже скидка 20%. Это вот то, что по новогоднему набору. Так, следующее, что я заказала. Это тоже новинка каталога. Так, вот такие вот наборчики. А здесь у нас представлен три набора. Possess, Divine и Essence. Крем для тела и мини-спрей. Мини-спрей у нас вышел, если не ошибаюсь, в 14-м каталоге. Да, они у нас новинки. Раньше не было таких мини-спреев. Вот. Я себе тоже заказала. Кстати, вот здесь написано любой набор за 3650 тенге. Также помним наш дисконт. Вот он. Ух ты ж, как отсвечивает. Забыла. Крем для тела Essence. И вот он сам мини-спрей. Тоже упаковку не открывала, но у меня есть вот такой вот мини-спрей, который я заказывала, когда он вот только вышел. По-моему, в 14-м каталоге, если не ошибаюсь. Да, я его уже почти до половины дошла. Очень удобный, да, удобный флакончик. Сумочку положила, много места не занимает, и можно освежить аромат в любое время. Вот всегда у меня в сумочке вот находится. Ну и сам набор, вот такой набор, да, он очень дорогой. Смотрится очень дорого, да, да. И запах, и сам продукт, сам эссенс, да, он тоже очень классный. Поэтому тоже отличный подарок для близких. Так, следующее, что мы видим в каталоге, это у нас... палитра лаков The One, да? На двух разворотах они у нас находятся, вот и вот, со скидкой 70%. Я, конечно, не могла устоять перед такими скидками, тем более я люблю The One. Маникюр делаю я сама, частенько делаю сама маникюр, и вот в принципе сейчас у меня на ногтях вот такая вот, по-моему, она называется королевская фиалка. Вот этот цвет я сама очень люблю. Я, по-моему, уже третий раз его заказываю, именно вот этот цвет. Ну, пользуюсь частенько и именно этим цветом. Вот, заказала их 4 штучки. Если 2 покупаешь, они со скидкой идут 70. Вот такие вот 4 штучки я заказала. Буду теперь на Новый год делать себе разноцветный маникюр. Так, следующее. Следующее, что вам хочу показать, это у нас эклат. Эклат Home, мужской. Мужской эклат Home. Мы знаем, что он в этом каталоге у нас идет как драйвер каталога. То есть они, их две, да, это вот женский и мужской эклат. Когда делаешь заказ на 6500, да, на 6500, то можешь любой из них купить за 3900. Ну, там наша цена 3100 с чем-то. Ну, помним свой дисконт, да?
Купила за 3000, ну, вообще обалденная акция именно на такой дорогой парфюм, да. Эклат мы любим, я люблю эклат, супруг любит, но именно вот этот парфюм я купила папе. И еще сразу хочу показать, что я купила папе. Это вот часики. Ну, наверное, все знают, да, все помнят, что у нас уже часики во второй каталог идут. Вот эти именно часики. Ремоне, или как он там называется. Очень классные, стильные часы. Я это купила папе. Купила премьер-клубу, со скидкой премьер-клуба 50%. Да? В прошлом каталоге покупала женские я покупала сестре, а вот эти мужские вот купила папе. Я думаю, классный будет подарок. Вот так, часы и парфюм. Вот, главное внимание. Вот такие подарочки. Готовлюсь вовсю к Новому году. Хочу, чтобы все были довольны. Никого без внимания не хочу оставить. Так, и следующее. Следующее это у нас The One. Тушь The One. Видно, не видно? Новогодняя, да? Это у нас обновленный вид. Это вот праздничный, как он называется? Праздничный выпуск, да? Ну, наша тушь The One 5 в 1, которая была в синем. Теперь она в честь Нового года, да, на праздник вышла вот в таком вот красном, очень стильном свете. Тоже взяла. Он у нас идет по акции за 1200 тенге. Ну, как устоять перед такой ценой? Тем более я тушь люблю. Вот. Хоть подарок, хоть себе, очень классная тушь. И следующее у нас тут же есть акция 55% на помады Gigi Giordani Gold. Классные помады, они у меня тоже есть. Я, конечно, люблю матовые помады The One, но Giordani Gold я тоже люблю и частенько крашусь именно Giordani Gold. Вот такой вот цвет, как он, яркая фуксия у меня называется цвет. Люблю все яркое, все красное. По акции со скидкой 55% при заказе любого продукта из текущего каталога. Вот. Это то, что для себя. Следующее, что я хочу показать, это у нас вот так, если я найду. А, кстати, все, наверное, видели, что есть такой вкладыш внутри каталога, да, есть вот такой вкладыш, где представлены продукты со скидкой 70%. И вот здесь вот я себе купила свой любимый бальзамчик. Так, куда он делся? Вот он. Свой любимый бальзамчик. Hair X. В прошлом каталоге я покупала шампунь. И в этом каталоге я купила бальзамчик. Бальзамчик со скидкой. Со скидкой он мне обошелся за там 900 чем-то, по-моему. Вот, очень хороший бальзамчик. Также дезодорант. Моя любимая серия, именно вот Actiwell. Люблю эти дезодоранты. У меня очень чувствительная кожа и прям аллергия на все. Ну, я рассказывала, да. И вот эти именно дезодоранты очень хорошо помогают, очень хорошо функционируют, можно так сказать. Так, следующее, что я вам хочу показать. А, кстати, для супруга. Для супруга это у меня пена. Пена для бритья и крем после бритья. Вот такой вот наборчик, он у нас идет со скидкой. Так, хочу вам показать именно в каталоге, если сейчас найду.
Они у нас идут со скидкой 60%. По-моему, так. Короче, не найду. Но очень классный набор. Муж любит именно вот эту серию, да. Хорошо им пользуется, хорошо помогает. Вот, особенно вот этот крем после бритья очень хороший. Поэтому я его купила, тем более со скидкой 60%. Вот. И следующее. Помним все медальный зачет. В прошлом каталоге у меня не так уж много было продуктов, которые идут с медальками, но все-таки они были. И вот такие вот смягчающие средства, две штучки я купила, это тоже уйдут на подарочки. Но всего лишь по 5 тенге. По 5 тенге они ко мне пришли. Так, на этом вроде бы все. Мои заказы. А теперь я вам хочу показать подарочки. Кошелек. До этого я показывала, да, такой кошелек и клатч. Кошелек-клатч. Он у нас идет. У меня теперь их две штучки. Вот один и вот второй. В этом каталоге я получила еще один. Вот такой вот он у нас идет клатч. Да, в прошлом каталоге я получала клатч, получала часы, вот они. И в этом каталоге еще один клатч пришел. Также получила вот такую вот сумку. А брелочков у меня теперь две штучки, и поэтому я одну повесила вот сюда. Нацепила брелочки с эмблемой 50-летие, да, а наш бальзамчик и золотой ключик. Вот такая вот сумочка. Мне она очень понравилась. Почему-то я, когда на картинке смотрела, она не так уж была, но а так вживую она очень элегантная, очень стильная, ну, красивая сумочка. Вот. Отделением здесь вот кармашек. Вот здесь кармашек открывается. Довольно-таки глубокий кармашек. А внутри у нас только одно отделение. Не знаю, вам видно будет, нет. Здесь есть лейбл Oriflame. Здесь тоже замочком один кармашек. И здесь для сотки. Ну, наверняка вам не видно будет, да? Ну, вы получите свои сумки, я надеюсь, и вы увидите, что она классная. Вот такая вот сумочка. Ну и по этой акции все те, кто выполняет 3 каталога подряд и получает свои подарочки, им вот дополнительно идет вот такой вот бьюти-кейсик. Вот такой бьюти-кейс. Как вам его показать? Он очень компактный, но очень вместительный. Внутри, конечно, нет отделений, секций, да. Внутри у нас только вот такие две косметички. Вот такие две штучки. И все. Вот. Сам beauty case. Вот такой. Ну, очень даже прикольный. Очень компактный и удобный. Да, удобный beauty case. В красном цвете. В общем, собрала всю коллекцию. Я собрала всю коллекцию, она у меня немножко помятая, потому что с коробки только вышла. Вот такие вот у меня заказики. И вот еще один брелочек. Брелочки у нас идут к клатчу. Но я его не распаковывала, он у меня еще в защитном целлофанчике. Я его еще не распаковывала. Ну, не знаю, у меня теперь их две штучки. Скорее всего, конечно, я буду одну дарить кому-нибудь. Вот такую вот коллекцию шикарную я собрала себе. Очень приятно. Сумочка, часы, клатч с брелочками. Да? За ту работу, которую мы все с вами делаем. За то, что мы рекрутируем. Каждый каталог приглашаем людей. И помогаем им выйти на стартовую программу. Вот.
Это все, что я вам хотела показать. И еще хочу, чтобы вы посмотрели вот такой вот каталог. Это у нас каталог номер один, который начинается у нас с 1 января, с понедельника. Кстати, первый день, аж его открываешь, а там такие ароматы, ароматизированные странички, они прям благоухают. SEO. Распродажи, да? У нас каталог распродажный, там очень много распродаж и умный шопинг, да, акцию не забываем про умный шопинг. Если в этом каталоге вы делаете заказ на 2700, в следующем каталоге делаете также на 2700, и вы получаете скидку на вот эти продукты. Это у нас wellness для мужчин и женщин, это витамины, да, со скидкой 50%. Следующее у нас, кстати, лючи, кстати, у меня где-то пробник потерялся. Я заказывала пробник, запах просто обалденный. Советую всем в этом каталоге взять пробник, чтобы в следующем уже решить, брать или не брать. Но мне запах понравился, я его по-любому возьму, тем более он мне придет со скидкой 65%. И потом еще вот такая вот помада, палитра помад. Тоже придут они со скидкой 70%, если вы будете участвовать в этой акции «Успешный шопинг». Ну и также очень много-много-много акций. Там любую страничку открываешь, и везде скидки 60-70%. Кстати, я вам забыла показать мои сережки. Вы, наверное, заметили, да, и сидите, молчите. У меня тут сережки. Сережки, они у нас в этом каталоге. Это у нас новинка. А если кто помнит каталог номер 15, то вы прям на первой страничке наверняка заметили, что у модели на ушах вот такая вот сережка. Ну, она с одной стороны только вот так стоит, да? И вот такая, не знаю, вам видно или нет, вот такие зеленого цвета, зеленый камушек. Вот здесь стразики тоже, белые камушки. Очень красивые. Мне они очень понравились, поэтому я их взяла. Теперь буду в них встречать Новый год. В них буду встречать Новый год. Так, хотела вам показать их именно в каталоге. Не могу найти. Ну и да и ладно. Ну, в общем, найдете. Если вам понравились. Мне они очень понравились. Вот такие вот. Вообще, зеленый цвет тоже люблю. Тоже люблю зеленый цвет. И поэтому заказала, в них буду встречать Новый год. Вот, это все, что я вам хотела показать. Вроде бы ничего не забыла. Если что-то забыла, ну и в следующем каталоге покажу. Теперь мы с вами встретимся только в 2018 году. Всем желаю отлично встретить Новый год. Желаю просто бомбезного каталога, потому что вы сами знаете, что каталог у нас шикарный. Все сейчас собирают подарки, да, я вон столько собрала подарков. Конечно, охота всех вниманием своим, да, вниманием, своими подарками всех порадовать. Поэтому собирайте свои подарки для своих близких. С выгодой, конечно. Надеюсь, мой обзор вам чем-то поможет. Ну и всем желаю удачи, успехов и увидимся уже в следующем году.